справа такого роду, що зараз розбігаються думки з приводу масажу, треба, потрібно, не потрібно робити дитинці. Ну, в першу чергу, треба відмітити, мабуть, те, що, скажімо так, на здоров'я дитини це особа не впливає ніяк. Але це впливає на зв'язок між батьками та дитиною. По-перше, це фізичні відчуття. Звісно, у дитинки розвивається все одно моторика. Дитинка більше, скажімо так, починає вам довірятися, починає звикати до ваших дотиків. Масаж може бути, в принципі, це не обов'язково, ви там починаєте розминати, да, м'які тканини. Це масажем також вважається поглажування дитинки. Якщо ви ложите дитинку на животик, спиночку її поглажуєте. Лежити на животик можна дитинку починати вже, в принципі, з моменту, коли почала заживати пуповинка. Головне, щоб вона не сочилася, не було ніяких виділень з пуповини. Тоді, в принципі, можна класти на животик і починати вже розминати спинку, стопочки. Оце легкі рухи мають бути, ні в якому разі не можна там позвонок чіпати і так далі. Тобто плавними поглажуючими рухами ми розминаємо спиночку. Коли дитинка вже стає більш доросліше, скажімо так, місяців з 2-3 можна вже класти на спиночку і розминати нам ножки, так? Ножки, ручки, пальчики. В принципі, масаж, він присутній завжди. Ми, наприклад, я його навіть коли годую, обов'язково це рука в руці і розминаємо пальчики, долоньку і так далі. Ми почали робити масажик приблизно, коли малышке було 2 тижні. Спочатку це були легкие поглаживания, потом начали постепенно добавлять растирания, разминания. Все техники я смотрела в интернете, у разных блогеров, по видеороликам. Никакие специальные курсы не проходила. Массажик мы обычно начинаем делать с утра, когда Эмилия в хорошем настроении. Да. Начинаем с ножек, разминаем наши стопы, поглаживаем их. Разминаем пальчики, потом делаем маленькую зарядку, готовимся к тому, что малышка будет в скором времени ходить. Затем мы приступаем к массажу ножек, растираем их немножко. Обязательно пропускаем зоны, которых не следует касаться во время массажа. Такие как внутренняя поверхность бедер, половые органы, все это мы пропускаем. Все занятия мы проводим на обеденном столе. Туда я постелила плед, который сложила в несколько раз, чтобы было не сильно твердо. Постелила пеленочку, потому что массажик мы делаем голенькие. И заодно принимаем воздушные ванны. Обязательно подготавливаем комнату перед массажем, чтобы было хорошо проветрено, но и в то же время было не слишком холодно. До сих пор ходим на массаж, и все началось с базового массажа, когда Полина только родилась, ей делала я. Я посмотрела несколько видеоуроков на ютубе от специалистов и делала ей базовый, самый первичный массаж, начиная от ножек и заканчивая ручками, поглаживаниями разными. Но в 5,5 месяцев мы пришли к терапевту, и нам поставили диагноз дисплазия тазобедренных суставов. Нам назначили ехать к другому специалисту, детскому ортопеду. Мы поехали, потом там сделали УЗИ. На УЗИ диагноз подтвердился. По сути, как мамы говорят, да, это одна ножка короче другой. То есть терапевт нам сразу показал, что было видно, да, что у нее правая ножка отличается от левой. У ортопеда, конечно, я спросила, какая степень, да, как быстро нужно реагировать, что нужно от мамы, потому что я не доктор, не специалист, и хотела, конечно, более глубоко понимать, к чему маме готовиться, как экстренно на это влиять, да, и у всех это деток, не у всех, как это развивается, можно ли это решить, или это, ну, оно как бы не решается. Но врач меня успокоил, он сказал, что вам нужно сделать массаж и обязательно проходить курс на электрофорез с кальцием и витамином С. Мы так и сделали, мы нашли хорошего массажиста, мануального терапевта, мы прошли 10 курсов. И дальше проходили еще 10 сеансов на электрофорез с витамином С и с кальцием. Кожна новороджена дитина потребує ретельного догляду.
масаж також відіграє дуже важливу роль. Чому потрібен масаж? Масаж допомагає функціональному росту і розвитку дитини, зміцнює імунітет, покращує кровообіг, покращує потік лімфи, покращує сон. Для немовлят обов'язково робити це лікувальний масаж по показах. Є ще профілактичний масаж, це як-то один вид із масажу лікувального, просто поглажування. Поглажування може робити кожна мама два рази, двічі на день, рано і ввечері, по 5-7 хвилин. Знизу до верху просто поглажує дитинку і робить їй 2 хвилинки гімнастику, розводить ножки, ручки. Більше нічого не можна робити. Можна по часовій стрілці також масажувати животик. Поглажування і все. Обов'язково, тому що в дітей до 3 місяців завжди гіпертонус. Буває більше, буває менше, але якби, щоб він швидше проходив, просто назначають масаж, послаблюючий масаж, який знімає гіпертонус швидше. Во время масажа я стараюсь как можно больше разговаривать с малышкой, пою ей песенки, чтобы ей было не слишком скучно. Когда это не спасает, на помощь приходят погремушки яркие, которые отвлекают внимание. После массажика я и оставляю ее на некоторое время еще голенькой, чтобы она поползала, принимала воздушные ванны, а затем только одеваемся и начинаем заниматься домашними делами обычными. После массажика некоторое время проводим дома, чтобы немного успокоить малыша, а потом только выходим на улицу гулять. Родителям остальных деток маленьким, их будущим родителям, я бы хотела посоветовать не бояться делать массажик. Это положительно влияет на развитие ребеночка. Главное соблюдать регулярность, стараться делать массажик каждый день. И, да, ребеночек получает во время этого положительные эмоции, поддерживает контакт с мамой, это помогает наладить общение. В общем, все у вас получится. Можливо, по якості масажу, звісно, масажист буде ефективніший, скажімо так. Але, дивіться, масаж назначається на якусь годину. Будь-то вдома, будь-то дитинка може бути невиспана, дитинка може бути просто не в гуморі, дитинці може це не подобатися. І кожен дотик сторонньої людини може викликати навпаки неприємні відчуття, так? А навіть ще більше дратувати дитину. Тому це мають робити батьки в першу чергу, тому що ви бачите свою лялечку, ви бачите, коли в неї який настрій, коли як вона себе поводить. Тобто ви вибрали момент, да, в неї гарний настрій, не треба це робити там по годинах, от конкретно в таку-то годину треба зробити масаж. Ні, це ви дивитеся по дитинці, дитинці подобається, дитинка в хорошому гуморі, да? Ви зробили, це має бути все в ігрівій формі, розмовляєте з дитинкою, повний контакт, повністю ви маєте поглинутися в цей момент в дитину свою. Нам очень повезло с доктором, потому что он оказался специалистом с очень большим опытом, и, конечно, он умеет работать с такими детками маленькими. Оля сразу фактически приняла его, потому что он очень мягкий, он очень добрый, очень такой вот контактный, очень располагающий к расслаблению деток. Да? И, конечно, Поля с удовольствием ходила. Я вообще не волновалась, просто верила в то, что этот вопрос обязательно, если вовремя начать его решать, то он обязательно решится. Мы отходили на электрофорез, я тоже у врача, конечно же, спрашивала, потому что в первую очередь я мама, я не доктор, и я не вижу всех нюансов, да, которые мы можем пропустить, не заметить, да, или сказать, ну, пусть само оно как-то решится. Поэтому, конечно же, я спрашивала дополнительно, что нужно делать, да, как проверяться, как помогать Поле развиваться, чтобы и лечение позволило ей восстановиться. Да. Що стосується інтернету, там багато інформації, яка суперечить один одній, і можна помилитися якби щодо лікування, щодо масажу, і якби не завжди правдива. І тому я інтернет не раджу, не рекомендую читати в інтернеті. Не завжди там все так є, як насправді.